Друзья, всем привет! В Абакане, в Хакасии сегодня идут выборы главы республики, значит, губернатора. И день сопровождается, ну, просто чудовищными нарушениями. Я, честно, даже не ожидал, то есть, такой какой-то саратовский сценарий выборов по мне. Вот. Но, значит, начнем с того, что власть организовала в этот день альтернативные выборы, знаете, как народного губернатора. То есть, на каждом участке, где, соответственно, проходят выборы, вот, находится еще одна урна рядом на входе, конечно же, перед тем, как граждане будут заходить. Ходить на сами выборы, они пройдут вот через этот вот абсурд. Вот. И, собственно, люди говорят: ребят, зачем выбирать сегодня Коновалова? Давайте, значит, выберем народного губернатора. У них на спинах висят, значит, слова «выборы без выбора» или, ну, это просто абсурд. Представляете, вот это все на каждом участке. Вот. Специально, чтобы людей запутать, отвадить и в целом сформировать у них негативное впечатление о самом процессе голосования. Также, значит, не дают перемещаться членам комиссии по участку, не дают знакомиться с документами, списки вообще запрещено, там же персональные данные. Вот. И, честно говоря, я видел это своими глазами, достаточно мерзко, неприятно, и власть в очередной раз показывает, что, ну, просто по-другому она не умеет. Вот. Помимо этого, естественно, подкуп избирателей, платят от 500 до 1000 рублей за бюллетеньку. Вот. Значит, естественно, бюджетники, все как один, значит, всех заставляют идти на участки. Вот. Ну и куча другой мерзкой, значит, отвратительной политтехнологии и фальсификации. Буду вам освещать, будем надеяться, что даже несмотря на все это, вот, у власти не хватит сил для того, чтобы исказить, значит, результаты голосования, вот, что нам получится удержать результат.